Всем привет, с вами я, Супер, и это будет будни хомяка про моего хомяка. Я взял брата камеру, так что будет качество получше, чем тогда. Вот, вот хомяк мой, ой, милаш мой. Корм, новые опилки, вчерашние, вчера их сделал, как видите. Тут минеральный камень, вот, все чистенько и для него уютно. Там новая свежая ткань, только он просыпал корм, как видите, вон там. Это, не беспокойтесь, это корм, вон там капуста, вот тут вода, минеральная вода. Вот, и я еще сделал с корма, вот, помните, была пачка с бумажкой. Я этот корм сейчас я еще хомяку насыплю, взял и распотрошил, потому что корм был на самом деле очень большой, и хомяк просто не мог съесть. Вот. Сейчас. Я его иногда доставаю с перчаток. Вот, смотрите, сейчас я вам покажу. Вот, вот такой корм. Он, то есть, уже немножко сломан. Я его молотком немножко побил в пакете. Сейчас насыплю ему клетку. Все. Вот так. Блин, я его еще на лицо насыпал. Ну ладно. Вот, кушает. Еще немножко рассыпал, но сейчас я сейчас соберу. Вот. Сейчас почищу. Давайте я его достану, если он захочет вставать. Нет, я его тогда с кормом вместе вытащу. Вот мой хомяк смотрит, удивляется. Мне корм дал бог, а не ты. Да? Давайте его вытащим. Давай, выходи. Давай. Во-во-во, как видите, вот видите, вот такие большие куски он не может съесть. Вот, как видите, я не полностью сломал корм. Ну, ладно. Сейчас я вытащу. Вот так, подкивайся. Вот. Вот мой хомяк только что проснулся. Вот и освободи меня. Вот. Может качаться. Грызть. Качок наш. Давай, улезай. Вот. Хомяк. Нежный вообще. Нежный. Как всегда. Погладить можно. Вот. И, в принципе, ничего и так-то не изменилось. Я туда внутрь, вон, как видите, Нестику установил игрушку. Вот. Еще когда я жвачку покупал, вот. Рио 2. Чупа-чупс. Вот. И тут еще какой-то... Это какие-то старые наклейки. Вот это печать от Киндера Сюрприза старая. Ну, ладно. Думаю, это вам не интересно. Вам интересен только хомяк. Вот. Сам хомяк сейчас поставим на пол. Погладим его. Вот. Забавный, очень интересный. Вот, чистится сейчас с этого угла. Покажу вам. Вот. Ладно, думаю, вы поняли. Я бы побольше вам показал своего хомяка. Вот. Ну, думаю, все, думаю, на этом хватит. На этом буду заканчивать. С вами был я, Супер. Еще не забывайте, если у вас есть хомяк, то кормите его капустой. Они любят капусту. Вон там капуста. Они любят грецкие орехи, манную кашу, немножко в маленьком количестве гречную кашу, ну, любую. И еще многое другое. Еще воду они любят. И помидоры, огурцы. Бананы тоже им нравятся, бананы, да. Можно им бананы давать. А остальное, в принципе, так нельзя. Ну, в интернете сами напишите, чем кормить хомяка, вот. Там вы увидите, что можно и что нельзя. Ну, ладно, а с вами был я, Супер. Всем удачи, всем пока. Бай-бай.